взять на свой акт, потом это. Да нет, там заявки, я думаю, дадут быстро. Может, у кого-то акт новичка есть, типа? Хотя, мы замучимся ждать. Замучимся ждать, пока Настя там... Ты воодушевлять их не забываешь, если ты в том же моменте? Я, типа, не знаю, тут мне надо Диабло убить, и мой чувак почему-то не двигается. Прострелить, потому что на ку надо тебе. Не-не-не-не-не, там, все, я понял, Диабло должен был сначала убить солдат, чтобы я мог приступить к тому, что... А, я, походу, на этом моменте тоже. Я воодушевил их. Мне по плечу! Вперед! Будь поаккуратнее. Чего у меня черная фигня на выпечке? Правая кнопка — отмена способностей. Левая кнопка — используется для стрельбы. Ребят, что-то овню, по-моему, вообще изи игра. Ну все, да, обучение овниш. Охуеть. Прикольно, здесь труп можно толкать, кстати, вот это здорово. А в доте тоже, если пробел жмешь, твой герой возвращается в центр экрана? Нет. Да, по-моему. Нет. Нет? В доте пробел к прошлому событию вообще. Типа на штавр атакуют или там типа... Напали. Ебать, дьявола, блять, пизды получает. Наши пехотинцы уже начали бой с Диабло. Разблокируй камеру и сам увидишь. Ребят, я разблокировал камеру. Здорово. Я уже прошел это давно. Я сейчас уже закончу обучение, походу. Парни, да, у нас новый капитан. Самое время тебе вступить в бой. Бля, еще видишь, что 3 скилла придется. А если я просто выйду из этого обучения, оно закончится, и типа мне не надо. Не думаю. Мне кажется, его наоборот заново придется проходить. Анальное наказание уёбка, типа. Не, ну просто типа обучение, скорее всего, как отдельная миссия идет. А типа, прикинь, оно, знаешь, там сингл часов на 12, типа, все это дерьмо тебе. Компанию, конечно, историю, чтобы знать. Твоя душа будет моей. Так, что так, за игра? Игра сейчас извини, подожди. Объясняет мне, короче, принцип работы крипов. Первое, короче, чуваки, что дико непривычно, это то, что здесь вообще нет артефактов. Но он на скинках играет, конечно, выглядел в сотню раз хуже, короче, пиздец. А как уховнить тогда, если тут нет артефактов, не надо что добивать, как уховнить? А, ну типа, командной игрой. Надо лесных крипов ебашить, чтобы они за тебя сражались и пушили. Надо пушить и надо, ну короче, типа... А, кстати, опыт здесь один на всю команду, так понял. Что фармить невозможно. Все получают одинаковый уровень. Понял, ну, в общем, есть где развернуться, я понял. Интересно. Погоди, джазмен пришел. Что происходит? Ребят, я только что прошел Диабло. Самое быстрое прохождение Диабло на стриме. Из обеих цитаделей выходит. Седлай, скакуна. А, здесь еще скакуны, кстати. Блин, я бы с удовольствием написал, что я новичок, но я не хочу проходить понял. Обучение. Я, конечно, понимаю, что не боятся, что кто-то руинить будет, но, блин. Так а ты ж... Походу, это буду я, потому что я... А ты не написал, что ты новичок, что ли? Нет, я написал, но, блин, почему я обучение прохожу? Я хочу не проходить. Ты нас не будешь руинить, тут остается. Ничего не рассказывают в обучении, чего ты можешь не знать. Во-первых, тебе надо на передовую. Да не, игра, блин, я бы на месте что. Я не согласен, Настя. А чё тут, а чё тут непонятно? Тут крипов текучих, блядь. То есть не добивать, а то, что их просто надо пиздить. Да, и добивать крипов смысла никакого нет, потому что опыт общий, и голды вообще нет. Так, хорошо, это я запомнил. Чё ещё вы мне расскажете новое? На пройде обучение. На пробел героя. Здесь уникальные задачи есть. Здесь надо, короче, на каждой отдельной карте выполнять какую-то задачу. Но этого обучения я пока не видел. Ну, не знаю, есть ли это вообще обучение. То есть, типа, там, как пример, раз там в 3 минуты надо спускаться в подземелье и убивать там босса, чтобы этот босс сражался за тебя на основной карте. Ну, это да, я видел. Но это мы разберемся по игре вместе. Или там сферы какие-то 3 надо одновременно контролировать, чтобы там случилось что-то клевое для тебя. Вот, типа, от того, насколько ты эффективно выполняешь эти задачи, и зависит, типа, выиграешь ты или нет. Что тут скажешь? Кекс, ты можешь не проходить, просто поставь талант. Режим PvP в меня. Да ладно, я ж, по-моему, прошел все. Опять, блин, опять Диабло. Сколько можно? Блин, Диабло полный урод, я не буду с него играть. Какая-то обезьяна, мне кажется, да? Рогатая. Так, минуточку. А у меня, кстати, был. Страха? Это уже слишком. Профиль, а, и Кирилл, да, здесь овни, типа, смотри, ты выбираешь себе перед игрой на прокачку там таланты.
И потом с каждым уровнем они у тебя открываются, типа, по ходу игры. Понял. И от того, какие ты таланты выберешь перед игрой, зависит, типа, как будет играть твой персонаж. Блин, ну мне лень заморачиваться. Типа как отдельными обилками, например, новыми, так и усилением стандартных. Я нашла пройти обучение. Меня бахнули, но это был ролик. Не надо, Настя, там так надолго. И я говорю, там ничего нет. А что, я не могу ливнуть? Не волнуйся. Не знаю, наверное, можешь. Все, я прошел, победа. Реально надо вот стежка отпиздить под башнями и на этом конец. Не, надо базу пропушить там потом. Седрай, как коня седлать? Никакой кнопки на Z. Все. Рейнар на коне. Зашибись. Чтобы спешиться, нажми на кнопку транспорт еще раз. Чтобы спешиться еще раз. Хорош. Так, а неспешным стрелять нельзя? Нет, я думал. А, он типа слазит сразу. Да-да-да. Ну я на всякий случай спросил, мало. Так, чё, как? Ща? Сейчас стежок завалим, стежка. Стежок кто? Стежок хочет играть. Стежок. Так, сейчас скажу, какие тут герои. Оу, всего 5 героев доступно. И одна из них. Один из них это анимешная панда. А чё они все на лошадях? Ааа, не хочу, чуваки, только не надо меня отправлять играть на второй, нет. Не-не-не, вру, короче. А, не, ну да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть героев. Не пять, шесть. Один из них, короче, анимешная панда. Один блондинка с автоматом. Я блондинка. Тоже достаточно анимешная. Нова? Нова? Чур-чур-чур, я блондинка. Нова, да. Она вроде... Она классная или нет? Ну, в компании знаю, она типа... Как она по игре выглядит неплохо. Рейнар, короче, ну, которого вы видели уже все и знаете, как с него играть. Соня. Такая, типа, варварша с двумя мечами. О, это я точно. Так, я за женщину хотя бы одну. Занимаешь там на панду или я тогда? Три, да. Занимаешь на панду. Идите вы! Утер, короче. Я любая, ребят. Не, я спать, короче. Чуваки, я за утер попробую. И, нет, вот за кого я буду, короче, с Таурена с гитарой. Таурен с гитарой, это... Таурен с гитарой, вот это мощь, типа. Я хочу быть Иллиданом, он же как Илья, типа, Иллидан, ну, ребят. Да-да-да, давай. Блин, а как на себя кликнуть, себя найти как? На пробел. Ага, нашел. На L заблокировать камеру на себе, вроде бы. Нова имба. Предлагают дальше обучение проходить, кто-нибудь нажал продолжить? Не, я не хочу, плиз, ну. Так. Я, ребят, Нова топ-1 соло-таргет для PS, только прокачанная. Ребят, за кого... Ладно, хрен с ним, короче. Я сказал, я за ЭТК. Ладно, за Таурена с гитарой. Я тащи... Короче, я за Нову реально тогда буду. Она с ружьем, мне это нравится. Но кому-то придется все-таки взять поддержку и... Ну, саппорт здесь панда, как вы можете понять. И, кстати, ребят, скиньте кто-нибудь свой этот... Свой ID, короче. Кирилл 2817. Как? Кирилл 2817, 2L. Пропустить обучение, пропустить. Я вам в скайп напишу, не хочу, чтобы меня школьники добавляли. О, панду зовут Лили. Прикольно. Все, я вроде отправил запрос. Настя, так. Прикольно будет, если ты за Лили сыграешь, кстати, мне кажется. Клево. Она женщина. Давайте не любую женщину. Илья, типа, надо тут еще. Есть Керриган, цифру. Я хочу Керригана, она, блядь, сексуальная, пиздец, мне кажется. Илья, надо еще цифру. 299 рублей. Всего лишь. А, цифру надо? А где она? Где ее посмотреть? Илья, ну, вот на меня добавь, потому что я все равно на стриме бы спалил. Просто меня добавь. Да, добавь Кирилла, он типа соберет группу. И Настя тоже тебе надо как-то меня добавить. Добавляйте меня, в общем, а я вас там закину. Хорошо. А, и здесь есть еще героические способности, ну типа ульта. Так, ребят, но она не одна, а две, типа, на каждого героя. Так, Настя, у тебя какой ник? Я Домикс. Домикс, нашел. А вы в Battle.net или прям в игре добавляете? Прям в игре, естественно. А я в Battle.net. Лоу. Battle.net прям в Battle.net, в игре прям вон справа кнопка, и там добавить друга. И пишите через решетку. Только вместе это все. Никак я не написал. Я не понимаю, я скопировал это дерьмо из скайпа, и ничего не происходит. Не надо копировать его. Его надо а что надо? Вот так вот. Копирует прямо немножечко. Я не понимаю, я никогда не играл в игры Battle. Я понял, вот так скопируй.
Ага. Или легко играть, там надо одну кнопку жать. Ну, видимо, я отправил. Я не спалил, Мэдисон, потому что там 4 цифры, и вы не угадаете. А, все, понял. Так, я пригласил вас. У меня вот такие цифры отличают, классно, я понял, почему. Так, стоп, а как героя сменить? А сверху. Сверху другой герой кнопка. Ща, ребят, я посмотрю, что я... Блин, мне так хочется Керриган купить, но мне нравится. Блин, у него автокаст стоят, он говорит на там настройках. Как это все убрать, эти автокасты? Настя, ну да, тут герои не так уж, ну то есть... Правда, конечно, есть и дорогие, на самом деле. Так, Андрей зашел, Думикс ждем. Илья ждем, пока при вообще меня добавит. Я отправил. А какой у тебя ник? Ага, вижу. Все, да, добавил тебя, сейчас приглашу. Ща, стоп, я куплю. Донатер. Так, ладно, тогда отойду на секундочку. Режим тренировка. Как режим сменить? Изменить режим. Это действие недоступно, пока не один закрыв. А, все, понял. Да, короче, ждем. Необходимо дополнительные действия. Переходите на страницу управления учетной записи, чтобы пополнить баланс. Ага, ага. Я хочу задонатить, да. А, управление учетной записью. Хм. Норм, тут сразу озвучка русский. Тра-та-та. Пойду это за кредитки, ребят. Давай. Чумачичая весна, чумачичая. Норм, норм, выбор. Прикольно так перед игрой, типа, героев видно. Не то, что в доте это менюшка с так, чатом. Так, слушайте, как мне выбрать героя другого? Сверху это... кнопка. А, откуда так, у тебя Иллидан? Не знаю. Охренеть. Я на другом аккаунте играю. А, ну ни хрена себе, Иллидан. Кого мне предлагали выбрать? Лили? Илья, я, кстати, вспомню... О, Илья, ну посмотри, как панда выглядит, ты должен поиграть за это. Она стоит 149 рублей. Петушиную хуйню. У тебя нет панды? Как у тебя может не быть панда? Не-не-не, она есть, ее просто покупать не надо, просто выбрать. Илья, там деньги не сразу приходят, если что, ты можешь... А я не могу выбрать, слушай, у меня написано... Вот, ты уже выбрала, все, надо просто ждать, мы же Илью. А, вот отрубней, блин, но я все равно закину. Нет, там минут, не там минут 10 могут. Реально, походу, нет панды. Да, у меня вообще никого нет, кроме Иллидана. А можно продать блядскую панду и купить, типа, Иллидана? Продать. Ну ладно, Иллидан. Нет. Ну мне тогда смысла даже Керриган покупать нет. Ну играешь Иллидан тогда, чё? Иллидан клёвый, так, в принципе. Так, подожди, ты же стримишь, Настя, сейчас посмотрю, как у тебя на стриме выглядит, мне кажется... Смотри, ну вот не может быть такого, что... Нифига себе, может тоже пойти посмотреть, чё она там на стриме показывает. Мне кажется, что-то посмотри. Интересно. Нет, не хочу. Пишет, что Иллидан имба против физурона, а против мак он ищет тот хуесос. Настя, у тебя открыта панда, нова, Иллидан, и справа еще 4 героя. Ты просто их выбери и все. Выбери и нажми сверху кнопку закрыть. Сверху кнопку закрыть нажми, да. Не... Так, я кого вот так мне думал, выбирать-то? Что... Скажите. Кого хочешь? Панды. Я хочу женщину. Кто-то маленькую хочет. Панду. Все, она тут женского рода. Главное, нет, пишут панду, не берите. Уже Кирилл играет. А, ладно, за новую я играю, мне сказали, это имба, я хочу за имбу. Я готова. Ждем Илью только. Что панда делать? Погодите. Да я доначу, блин. Да не успокойтесь, я там. Че вы доебались до меня? Кого успокойтесь? Играть, да? Или... Все же ждем. Ща я прочу. Блин, привет, Кирилл. Привет, если можно донатить, то я типа вписываюсь в нее всегда сейчас. Но герой здесь реально клевый. Лучше, чем дать. Ну, чисто. Диабло. Ну мне не нравится Диабло, убого нарисован, я считаю. Просто толстая обезьянка это вот, ну серьезно. А Газло, он похож на Тинкера. Да, ну типа, он и был Тинкером до того, как кто-то стал Валовским. Вот это Тинкер, по-вашему? Кто, вот этот? Не хочешь знать. А, вот это Тинкер, да. А кто из них инвокер, или инвокера тут нет? Не, я думаю, тут только герой именно компании. Хотя, как этого Гинвокера? Кельталас? Кельталас, да, он типа его пока нет, но он, наверное, будет. Классно, Игорь Линк будет веселиться. Санстрайки. Блин, не бери эту панду, Настя. Конечно, не сразу приходит, ну ладно. Минут 5-10, Илья, там. Минут 5-10. Стоп. Все, ладно, давайте. Короче, погнали. Я уже у вас в плате? Не, пригласил еще раз. У кого это щелкает постоянно?
О, Илья, ну тебе идет, посмотри на это. Погнали. Так. Ты серьезно? Так а чё, я этим или другим кем-то? Так мы за две панды типа, будем? Блин, ребят, ёбаный в рот, у вас должен быть саппорт. Ага, уже женщина взяла. Настя, да, решила. Саппорт взял.